В Каспийске продолжает реализовываться федеральный проект формирования комфортной городской среды. Уже работы на некоторых объектах подходят к завершению. Так, во дворе домов 64, 66 и 68 по улице Кирова состоялось торжественное открытие новой обновленной территории. Наконец-таки мы открываем ваш двор, вашу дворовую территорию после капитального ремонта. Как мы вам обещали, это самое красивое. Дворовая территория в городе. Также пользуйтесь на здоровье. Хочу вас поблагодарить вас за то, что вы с нами совместно работали, наших подрядчиков, подрядную организацию и всех, кто участвовал в благоустройстве. Открылось мероприятие творческим номером от ансамбля детской школы искусств имени Сергея Агабабова и сотрудницы пограничного управления ФСБ России по Дагестану Юлии Козловой. На торжественном открытии также присутствовали представители УК «Единение», администрации города и, конечно же, жильцы, которые рады положительным изменениям. Двор красивый стал. Столько лет мы мечтали об этом. Наши дети были маленькие, мы мечтали об этом. Нету. Теперь хотя бы внукам. Вот. Спасибо тем, кто сделал. Во-первых, спасибо этим людям, которые нам все это сделали. Большое им спасибо. Действительно, мы здесь первые жители. 38 лет вот это ждали. Было очень грязно, ну что сказать. Это очень хорошо. Дай Аллах всем здоровья. Дай Аллах тому человеку за мир, здоровье, что он взялся за это дело и сделал нам. Теперь я хотела бы попросить наших жителей, соседей, чтобы они поддержали эту чистоту, чтобы они своих детей учили, чтобы не ломали, чтобы надолго это оставалось им. Правда, она говорит, нашим детям не было этого. А вот теперь хотя бы внуки, чтобы они поддержали и чистоту, и все эти качели, чтобы не ломали. Праздник продолжился чаепитием и зажигательной лезгинкой.